На полках продуктовых магазинов представлен большой и разнообразный выбор продуктов питания. Но в поисках вкусной пищи мы часто забываем узнать о вредных свойствах того или иного продукта. Диетологи предупреждают, зачастую важно не только что ты ешь, а сколько ты ешь. В этом случае даже полезные на первый взгляд продукты могут стать вредными и опасными. Понятно, что какие-то, скажем так, вещества, которые в небольших дозах вредны, можно найти в любом продукте. Вот. В груше есть формальдегид. В яблоке циановодородная кислота, где угодно можно что-то найти, что угодно, но, как я все время говорю, вот и в беседах с вами, и в лекциях, которые я провожу, скажем так, вне университета, ну, такие лекции общественные, свободные лекции, опасна не сама по себе формула вещества, опасно не вещество, опасно то, в каких количествах мы его потребляем. Что касается вредных и полезных продуктов, то здесь речь идет о созданных людьми продуктах, которые не имеют природного происхождения. К такой продукции можно отнести газированные напитки, колбасу, майонез, содержащие трансжиры, изделия. Сейчас, конечно, появляется большое количество, ну, разного рода статей о том, что тот продукт вреден, этот продукт вреден, что там есть несовместимые продукты, ну, хотя, скажем так, два несовместимых продукта я, конечно, вам могу назвать, это намазать на жирную колбасу большой-большой слой майонеза, это будет несовместимо, ну или там закусить сладкий чай сладким же пирогом, тоже несовместимые продукты, ну поскольку в первом случае мы превышаем норму жиров, во втором случае это вот то, что я говорил только что про добавленный сахар. В результате излишнего употребления тех или иных продуктов в организме продуцируются дефектные биологические структуры, а итогом могут стать болезни. Свой рацион лучше строить по возможности использовать продукт, прошедший меньшую обработку, ну то есть мясо лучше, чем колбаса, мясо приготовленное самостоятельно лучше, чем там буженина купленная в магазине. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.